Слушай, это, наверное, бомбоубежище, это точно. Потому что вон, по-моему, вход. Сейчас мы посмотрим на это дело с другого ракурса. О, а тут лестница есть. Только я ничего не вижу. Сейчас мы фонарик включим. Одну минуточку. Да. Ну, здесь есть лестница, представляешь? Она тоже есть. Тоже? Охренеть можно, завалили. Однако. Что там? Пусто? Вот это мне интересно, это что такое? Это вход или... Или-или? Ну, вот нам туда и надо. Если б я знал бы. Я бы тоже специально обувь одел. Что, плохо светит? Итак, первая комната. Сыростью здесь, конечно, пахнет. Мусора здесь много. Сейчас мы вот так вот сделаем. Оп. О, смотри куда. Далеко. Ага. Жарит. Вот. Давай вот здесь глянем, что. Так, постепенно сейчас. Тут, наверное, генератор стоял, слушай. Потому что проводов что-то много. Тут вот какой-то. Туда проход какой-то. Не знаю. Вода капает. На башку? Нет. Для кепка. Мы тут не одни, так говорим сейчас. Ага. О, видел? А это все затоплено. Ага. И гири валяются вон. Да, гиря. Какая гиря? Это как его? Лампа. А лампа? Да. Вот. Там трубы. Олег, ты прошелся, а там булькнуло. Доверно. Ну, значит, кто-то живет там. Пахнет дизелем каким-то. Может быть, дизельная установка стояла. Или еще что-то, не знаю. Но вот этот подвальчик, судя по всему, глубокий. Туда попасть не судьба будет, потому что воду мы с тобой не откачаем. Так. Это, матом поменьше, а то я задолбаюсь запикивать. О! Вот это газик. Это советского образца. Да. Один артефакт есть. Блин, что-то я не подготовился, ёлки-палки. Я даже не думал, что какой-то будет подвал с бомбоубежищем, еще что-то. Ёк-макарёк. Тут еще куда-то вниз. Прикинь. Большая комната. Большая комната. Много вентиляционных шахт.
ну, в основном в потолке. Вот. И внизу труба какая-то идет. Вот здесь, судя по всему, какая-то постель стояла, какие-то пружины. Здесь какое-то, ну, оборудование стояло. Ты дорогу запоминаешь? Нет, а ты... Валентин Владимирович, я первый раз с тобой возил. Так. А это вот, походу, то самое, что завалили. Нет? А нет, там... Дальше есть проход какой-то. Блин. Аккуратней, да. Так можно и без глазика остаться. Ёк-макарёк. Там и всё помещение. Фонарить. Чебучки, смотри, свежие. Да. Есть вероятность, что туда можно попасть только через это отверстие. Вот. Ну, посмотрим сейчас. Так, помнишь, да? Глазик, аккуратно. Ты что, не наткнулся чуть, да? Нет. Я... Ага. Это вот как раз второй вход. Ага. Представляешь? Мы до него дошли. Вот в этом мы с тобой смотрели. И я тебе говорю, здесь вот, есть. Еще одна комната есть. О, видал? Туда точно, наверное. Ух ты! Видел, да? Все эти, смотри, тут валяются. Однако. Так, ладно, выходить будем чуть попозже. Давай вот здесь еще прошвырнемся. Я тут тоже что-то видел. А, вот. Вот чего. Скорее всего. О, смотри. Вот прямо сейчас четко видно. Дно видно. Видишь? Вода прям идеально прозрачная. Угу. А там чего? И там, наверное, то же самое, да? Ну, глубина, кстати, такая, в человеческий рост. Ну, да. Что там? Ну, угу. Мыльница, кстати. Да. Старая. Ну, это, наверное, душевая была, скорее всего. Потому что слив, видишь, посередине. Ага. Ну, вот эти настенные, видишь, жертвы сделаны. А, это вот, наверное, то большое помещение, про которое я тебе говорил. Ага. Скорее всего, оно. Это какое-то маленькое.
Вот что вечно все поджигают? Вот видишь, песок здесь был. И вежливо. Так, вот оттуда мы пришли, видишь, там свет. Угу. Значит, все. Твою душу. Слышал, кто-то пробежал? Да. Однако, ладно. Молодец, делаю. Ёк-макарёк. Кухня, что ли? Слушай, кухня, наверное, потому что, смотри, раздаточный стол. Ну, ну да, там, может, грязную посуду, еще там что-то. Это хрень тупиковая. Точняк, это кухня была, походу. Ну да, вытяжка большая. Да. Угу. Хрена, эта стена, походу, просто так бахнула. Бух. Ну да, сырости, походу. Ну, были, походу, что-то не было. Слушай, вода капает прям как в душе. Я 15 секунд постоял, блин, мокрый, как будто реально из-под душа. Не, это как Дима Масленников, допустим. Есть тут кто-нибудь? Да пошел ты. Угу. Палеты ведь жгли. Веселый Роджер. О, эхо! Эхо! Есть тут кто-нибудь? Нет тут никого. Бля, реально, представляешь, что такое эхо? Что? Да мы ж только начали. Твою же мать. Ух, ё. Ни хрена не понял. Так, аккуратно голову. Слушай, большие помещения. Вот, тут даже какой-то щит, что ли, висит. Блядь, железный. Не исключено, потому что много тут что-то электрических каких-то, вот, даже этот, чтоб током не ударило, галоши лежит. Ёк-макарёк. Просто атас. О, здесь, походу, ну, такое обычно бывает где-то. Да, ну да.
лежат там постельное белье, противогазы. И опять всего сожгли. Всего. А, тупиковая. Тупиковая. Бля, двери-то такие мощнявые. Еще проход. Это ты свечи висит есть? А? Есть что? Да тут какие-то штыри по стенам стоят. Ну и все, в принципе, больше нет тут ничего. Может, маленькие были есть, а побольше? Ну, может быть. Однако. Да? Угу. Пойдем посмотрим, что там. Какая-то лавка, что ли, или батарея, что здесь была. Здесь. А, так мы здесь уже были. Да. А как мы сюда попали-то? Не понял я. А вот этого я не видел. Ну, один холм, грязь тут, короче, сплошная. Разруха. Да, да, да. В принципе, у меня есть пассатижи. Есть что, вырвем из ноги. Мы этого с тобой есть работа. Вот, отлично. Когда внимательно не хочется. Ну, бывает и такое. Это еда не народная, писал тело. Ни хрена не понимаю уже, куда идти. А, все, мы уже вышли. Ага. Так куда мы вышли-то? А, ну где и были. Прикинь, круг мы дали, короче. Однако.